Хасавюртовской школе номер 13, канун годовщины вывода советских войск из Афганистана, по инициативе председателя Совета ученического самоуправления школы Хаджимурада Умаханова состоялась встреча представителей двух поколений. В гости к старшеклассникам пришли ветераны боевых действий в Афганистане. Встреча прошла в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Наше сегодняшнее мероприятие посвящено, как мероприятие, она у нас тоже как линейка школьная проводится, посвященная уже от 26 лет, 15 февраля, как вывели российские войска из Афганистана. И этот же год у нас, вернее, 14-15 год, это юбилейный год над разгромом бандформирований, которые хотели проникнуть в Дагестан. Заместитель главы администрации города Тагир Гаджиев в своем выступлении рассказал о подвиге воинов в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, о героизме ополченцев города Хасавюрт и всего Дагестана, которые дали отпор международным террористам в 1999 году. Такие встречи особо важны сегодня, когда все прогрессивное человечество готовится к 70-летнему юбилею Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Конечно, приятно мне сегодня, говорить, что мы были в этом 99-м году вместе, все аварцы, чеченцы, кумыки, латцы, даргинцы, русские, все стояли. Было у нас единство, было у нас согласие. И мы поэтому, наверное, защитили наш город, не дали прорваться банду международным бандитам, международным террористам. Воин-интернационалист, кавалер многих боевых наград Ибрагим Муртазалиев рассказал о боевых событиях в Афганистане, призвал молодежь города быть достойными подвигов своих отцов и дедов. Председатель городского совета ветеранов-афганцев Бикбулат Акавов отметил, что члены совета принимают активное участие в военно-патриотическом и интернациональном воспитании подрастающего поколения и с удовольствием посещают мероприятия такого характера. Конечно, хочется, что сказать. Я так понял, здесь молодежное движение организовалось в лице наших, скажем так, сыновей, наших внуков. Очень приятно. Потому что сегодня такое время наступило, когда, к сожалению, все времена меняются, но я так заметил, ничто не меняется, доброта остается. В окончании мероприятия была затронута тема вторжения бандформирований на территории Республики Дагестан в 99-м году. Для всех учеников был показан фильм, в котором присутствовали кадры хроники того времени, и рассказывалось, что пришлось пережить жителям города в тот трудный момент. По словам организаторов, посредством таких мероприятий они хотят привить патриотическое воспитание подрастающему поколению и показать, что в республике имеется большое количество героев. Азамат Мусалчиев, Алмасхан Амаев, информационная программа «Пульс».